Приветствую вас, я бы не сказал, что нужно прямо избавляться от своих мыслей навязчивых. Я бы сказал, что гораздо лучше было бы, если бы вы, допустим, постарались бы раскрыть свои эмоции, свои желания, которые лежат вот как раз за, ну, за вашими чувствами, за вашими мыслями навязчивыми, вот, то есть это было бы гораздо эффективнее, потому что избавляться от навязчивых мыслей, это значит избавляться от ну, это значит избавляться от самого себя, а это не есть хорошо, на мой взгляд. Значит, во-первых, не очень понятно, почему вас, почему и чем вас пугают навязчивые мысли сами по себе. Да? Вот. То есть, как бы, не очень понятно, почему вас это пугает конкретно. Конкретно именно вас, почему это пугает, непонятно. То есть, да, навязчивые мысли бывают очень тяжелыми. Вот. Да, навязчивые мысли бывают очень тяжело как-то вот, ну, выносить, их тяжело выносить, вот, это понятно, но боитесь, вы боитесь именно, вот, почему вы боитесь, да, это очень важный момент, на мой взгляд. То есть, чем именно и почему вас это, к примеру, пугает, раздражает и так далее. Вот. Дальше, значит, что касается самих навязчивых мыслей, самих по себе навязчивых мыслей, то здесь речь идет о том, что с одной стороны, это запрет чего-либо, да, вот, с другой стороны, это ваши подавленные желания. Проверка, аутоагрессия, агрессия к другим людям, это следствие компенсации. Ну, как это видится мне, по крайней мере. Вот, что это компенсация в данном случае именно того, что вот вы чувствуете. И, собственно, на мой взгляд, вполне возможно, что вы именно у своих родных видите врагов, видите тех, кто мешает вам и так далее. Тех, кто напрягает вас, тех, кто угрожает вам как-то и так далее. Вот. То есть для начала я бы, конечно, рекомендовал бы работать с эмоциональным интеллектом, да, с вашей тревожностью, вот, с тем, что конкретно вы, чего конкретно вы боитесь, что стоит за навязчивыми мыслями. Вот, а там дальше уже, в принципе, можно было бы смотреть, ну, то есть, дальше уже можно было бы смотреть, как и что, то есть, ну, как и что вообще происходит, и что вообще делать дальше, но мне видится ситуация, соответственно, вот такой, на мой взгляд, вот. Пока что это то, что вам можно сказать.
То есть ключевой момент, что вы хотите от этого избавиться. Вот, ключевой момент, избавляться от этого не нужно. Именно избавляться от этого не нужно. Избавляться не нужно. Вот, от этого можно и это можно и нужно раскрывать, но не избавляться. Потому что это часть вас. Вот так можно ответить на ваш вопрос, с моей точки зрения, надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы, еще дополнительные пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи.